вспомни, как он щедро наделил, и дивиться будешь, что он сам жил. Мы вас приглашаем на метро Курская, 4-й Сыромятнический переулок, 3/5, потому что у нас здесь каждое воскресенье сретение с Господом, где мы общаемся, где мы поем песни, где пьем чай и просто любим друг друга. Потому что только в церкви для нас есть победа. Аминь. И потом, когда даже мы выходим биться с Голиафом, то дьявол знает, что мы не выходим поодиночке, что сегодня прошло время звезд, когда одиночки, они что-то решали в духовном мире. Такой, да, и вот мы с товарищем Примут, и мы наша благословенная сестричка. Я говорю, сестричка, можешь сказать, сколько вам лет? Ей очень много лет. Да, 81 год. Ну, посмотрите, как она выглядит, потому что она в армии спасения. Когда ты спасаешь других людей, то Бог дает силы и здоровье. Поэтому мы ждем на этом месте и будем вместе в армии спасения. Здесь кто-то Иосиф, а кто-то Давид, а кто-то царь Соломон. Здесь кто-то Иуда, а кто-то Фома, а кто-то Павел и Петр. Но все мы дети одного, так похожи на него. Все мы братья, посмотри, сердце Божье у нас внутри.